Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Выполним задание номер 55 под буквой «Б». Найдите разные способы решения следующих задач. В течение года из бюджета одного города на нужды образования выделено 12 783 000 рублей, а из бюджета другого – 38 349 000 рублей. В обоих случаях сумма, выделенная на образование, составила 1% городского бюджета. Во сколько раз бюджет второго города превышает бюджет первого? Составим краткую запись. Известно, что в первом городе было выделено 12 783 тысячи рублей. Во втором городе 38 349 тысяч рублей. В обоих случаях это составило 1%. Нужно узнать, во сколько раз бюджет второго города превышает бюджет первого. То есть во сколько? Неизвестно. Нужно решить разными способами. Рассмотрим первый способ. Итак, известно, что из бюджета первого города было выделено 12 783 000 рублей. Это и есть 1% от всего бюджета. Мы можем узнать, а какой вообще бюджет города? 1% – это 1/100 часть. То есть, чтобы узнать весь бюджет, нужно 12 783 000 умножить на 100. Сделаем это. Получаем. При умножении на 100 приписываем 2 нуля. Отделяем с конца по 3 цифры. Так. Получается у нас 1 миллиард 278 миллионов 300 тысяч рублей. Это весь бюджет первого города. Теперь точно так же узнаем бюджет второго города. Для этого нужно 38 349 тысяч тоже умножить на 100. Приписываем также 2 нуля. Отделяем с конца по 3 цифры. Получаем 3 миллиарда 834 миллиона 900 тысяч рублей. Это есть весь бюджет второго города. Теперь, чтобы узнать, во сколько же раз больше, нужно то, что получили во втором действии, то есть весь бюджет второго города, поделить на весь бюджет первого города. Так, 3 миллиарда 834 миллиона 900 тысяч делим на 1 миллиард 278 миллионов 300 тысяч. Получаем 3, то есть в 3 раза. Бюджет второго города больше, чем бюджет первого города. Нашли первым способом. Теперь второй способ. Поскольку сказано в условии, что и в первом городе, и во втором городе выделили 1% от общего бюджета, то мы можем сразу разделить эту сумму, выделенную во втором городе, 38 349 000, на сумму из первого города, то есть 12 783 000 рублей. И узнаем, во сколько раз превышает.
Так, 38 349 000. Делим сразу на 12 783 000. Получаем также 3 раза. Бюджет второго города превышает бюджет первого города. Записываем ответ в 3 раза. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!